Компания Евросемена представляет томат подарочный. Это жаростойкий сорт, замечательный, среднеспелый. Вегетационный период его составляет 110-115 дней. Образует плоды массой до 150 грамм отличного вкуса. Сорт также устойчив к растрескиванию, хорошей транспортабельностью славится. Номер партии 651, количество семян 0,1 грамма. Ноль шесть сотых грамма на весах, но по количеству семян мы видим, что все-таки должно быть 0,1 грамма. Весы сбились немного.